Идея детского лагеря «Самоцветы» семейного типа – это идея создания пространства для родителей, любящих, заботливых и их детей, для совместного сотворчества, для проявления лучших граней, истинных граней души и для роста духовного. Вместе с детьми, взрослые дети, мы обедаем. Что может быть вкуснее каши, приготовленной мамой на воздухе, на чистом воздухе, экологически чистые продукты на базе клуба «За здоровый образ жизни»? Не только каша, хлеб, испеченный в домашних условиях, бездрожжевой, цельнозерновой – это лучшее, что могут есть дети на воздухе, на свежем воздухе в нашем лагере. Огурцы, укроп, квас, ряженка. Здесь столько продуктов, которые дети, а некоторые дети их пробуют вообще впервые, открывают для себя эти продукты, радуются, угощают друг друга. И это действие, которое невозможно повторить ни в одном другом лагере. Наверное, первое, почему пришли мальчишки подросткового возраста в наш лагерь, это то, что они знали, что здесь будет труд, созидательный труд вместе с их отцами. И папы пришли в этот лагерь для того, чтобы показать, как можно сделать вместе с детьми, вместе с мальчишками и девчонками, а девчонки первые бегут помогать, сделать шалаш, сделать маленький заборчик, сделать плетеный заборчик, сделать копья для того, чтобы потом можно было защищать своих девчонок в лагере. И вы знаете, сложно сказать, кто быстрее включается в эту работу, папы или их сыновья. Это очень здорово. Отрежьте кто-то. Несмотря на то, что наш лагерь работает только 2 дня, но мы готовимся к серьезному мероприятию. Мы готовим концерт для других детей нашего города. И сегодня мы готовим, репетируем хоровод. Этот хоровод, который объединяет не только наш лагерь, он объединяет идею единения нашей страны, нашей Украины. Секретная комната. Это комната, которые открыли сами дети. Они уходят туда, если им надо поделиться друг другом секретами. Они там читают, они там общаются. Иногда они там даже делают какие-то маленькие поделки. Для самых маленьких создана игровая полянка, где они с удовольствием на солнышке или в тенечке играются игрушками. Наш лагерь открыт для всех, самого маленького возраста и для самых взрослых детей. Поэтому мы ждем всех любящих и заботливых родителей, пап, мам, бабушек, дедушек и, конечно, их детей. Озорных, задорных, шаловливых, творческих, самых настоящих самоцветов. Приходите!